Слушай, Лёх, а вот сколько в этого в Англии стоит, например, туристическая какая-нибудь поездка? В Англию туристическая поездка. У нас же ездят люди. Да, у нас все есть. Ну, сначала нужно сделать визу, забронировать отель, купить самолет и поехать. А дикарем это как? Ну, не путевку покупать, а самому все делать. Это что, типа дешевле? Конечно, ты что? Конечно. Эта фирма для тебя все делает, она тебе все заполняет, она все деньги с тебя берет, везде прикручивает. А это ты все сам себе. Понятно. Мы сейчас клип, короче, будем снимать. Да? Ага. Ты знаешь про что? Нет, сейчас придумаем. Музыкальный? Ну, естественно. Если у вас есть жига обычная, а у нас нет, а есть обычная. Очень большое отверстие. И вот не попал, потому что я думал, что еще за театр на обочине. Thank you.
лет не играл на гитаре под ключ. Серьезно. Ha ha ha.